хотелось бы обратиться к вам со словами благодарности, что вы пережили эти дни, очень тяжелые ваши дни, наверное, самые тяжелые в вашей жизни дни. И хотелось бы еще раз поклониться вам и еще раз попросить, чтобы вы рассказывали об этом нашему молодому поколению, для того, чтобы они понимали, что такое война, что такое война детскими глазами. И чтобы их память проносила это как можно дольше. Потому что чем дольше наше человечество будет знать об этом горе, тем дольше его не будет в нашей стране. Спасибо вам. Благодарственное письмо Клинцовской городской администрации вручается Панкратовой Лилии Федоровне, члену Клинцовской общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей, в связи с Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. Наша активисты, я уже извиняюсь, Лилия Федоровна, это письмо подписали глава города Олег Павлович Шкуратов и глава Клинцовской городской администрации Сергей Юрьевич Евтеев. Мы с вашим председателем работаем, и вот принято такое решение вам вручить такое благодарственное письмо, ну и этот цветочек на память. Всех вам благ, главное здоровье, а все остальное, я думаю, приложится. Наверное, нашему современному поколению нынешнему тяжело осознать всю ту боль, и почувствовать ту боль, те лишения, тот страх, который вы испытали, уважаемые. То есть вот сейчас эти кадры, которые мы сейчас смотрели, они свидетельствуют о том. То есть наша задача сейчас не дать распространиться и повториться тем событиям страшным, которые были в то время. В том числе и с вашей помощью, с вашей памятью, то есть с вашим участием. В то же время я хотел бы, позвольте мне от лица главы города, от лица депутатов Клинцовского городского совета, от себя лично пожелать вам здоровья прежде всего. Здоровья, мирного неба, благополучия вам и вашим семьям и низким поклон. Спасибо. Мы не можем сегодня, наверное, в полной степени осознать тот ужас, те лишения, которые в тот момент вы испытывали. Но та память о погибших, память о живых, о подвиге, будет жить с нами как можно дольше. Поэтому в этот день хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья и светлой памяти тех, кого сегодня с нами нет. Но я уверен и убежден, что если мы будем помнить, то, наверное, наши дети, внуки, правнуки из этого сделают определенный вывод. Я надеюсь, в дальнейшем таких последствий ужасных не повторится. Поэтому с праздником и крепкого здоровья. Уважаемые товарищи, друзья, мы с вами уже давно общаемся, знаем друг друга. Вы относитесь не только к узникам фашизма, вы относитесь, значит, непосредственно и к детям войны. Есть вся российская организация, областная организация, наша городская организация, которая исполнила в декабре 10 лет. Вот. Я должен сказать тоже, если бы правильно сказано, тоже получилось, моя семья чуть, тоже, говорится, не загремела к фашистам. Спас сосед, у нас был, если кто в возрасте знает, такой Безубенко. Вот. А в Первую мировую войну он был в плену у фашистов, в немцах. Поэтому он знал немного немецкий язык. Вот, он отлег нас, а нашу семью забирали сразу всех, нас было 6 человек. Вот, пока он разговаривал с матерью, вот, сестра она постарше меня, к соседям, помню, говорится, поместили. Вот, и таким образом, это как раз было при оцеплении фашистов, поэтому неизвестно, что было и дальше. Поэтому вот поколение наше, вы тоже относитесь к нему, дети войны, пережили ужасы. Не такие, конечно, как мы, на оккупированной фашистской территории, в нашей области, в нашем родном городе. Потому что особенно следили за этими семьями, чьи отцы были первый день
забранные в, значит, на войну Великую Отечественную защищать нашу Родину. Поэтому я же тоже сегодня вам пожелать отличного здоровья, семейного благополучия, вот, чтобы правильно вы чаще встречались с нашей молодежью, потому что молодежь очень далека от тех, понимаете, непосредственно вот, моментов нашей жизни, и оккупированной, и послевоенной. Вот. Сейчас у нас вот тоже идет регистрация детей войны, уже на сегодняшний день мы зарегистрировали 950 человек, в основном это те, у которых погибли отцы. Поэтому еще раз поздравляю вас вот с таким мероприятием сегодняшним, пожелать вам всем отличного здоровья и дальнейшей нашей совместной работе по патриотическому воспитанию нашего молодого поколения. Желаю вам здоровья, светлой памяти, ясного ума на долгие годы. Еще будем работать. Дети войны, в сердце маленьком горе бездонное, сердце словно отчаянный гром, ленинградский гремит метроном неумолчный, гремит метроном. Дети войны набивали стеклушки открытые, дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу, крошки хлеба на белом снегу. Мне конфету. Я руку назад и на маму гляжу. Мама, возьми, возьми, возьми. Я взяла. И пальчиками вот так вот помню, как вот это запомнилось все мне. Я двумя пальчиками так эту конфетку вот так держу, не полностью. Да. И затеяли. Твой дядька возил, а русского мальчика поймали, тогда ловили этих подростков, что картошку. Твой дядька возил картошку немцам? Говорю, нет, мой дядька немцам картошку не возил. Привезли на спине, я привезли на спине вверх. Вот так, Андреянов Женя был, он где-то сейчас в Киеве, не знаю, жил или нет. Ребята молодые. А? Да, ну вот как мы попали, мы сразу вот нас привезли в Кенигсберг, там такие длинные железные корыты, всех раздевают наголо, мужчины, женщины, ребята, девочки, всех наголо, чем-то мажут, надо было в небо только улететь. Оттуда нас опять на эшелоном этим, ну, телячий такой. Там ну, уже телять, мужчины да, проделали такую дырку, чтобы можно было подставить. Да. Все стоя, и попали мы вот вот в один лагерь, в одном лагере Татаринова, мы Костаковы, это Зенченки, Зенченко там сам Зенченко сам умер. И попали мы в лагерь там, и украинцы, и поляки, и Фюрер, там собака огромная была утром, и на железно всех абсолютно, только вот оставляли детей, Люда совсем маленькая была, только оставляли детей, а всех абсолютно, и на железную дорогу. 4 часа утра. Мне фюрер кричит, Ауштейн, Швайнагунт, Ауштейн, поднимает все, кошмар.
И потом нас освободили уже на железной дороге работали, потом нас освободили американцы. Хорошо, хорошо. Здесь все. Спасибо вам большое.